Что если бы Супермен захотел вдруг спуститься с небес, сорвать крышу с Белого дома и похитить президента Соединенных Штатов прямо из овального кабинета? Кто бы ему помешал? Мы защитили себя на случай ядерных ракет из Северной Кореи, сибирской язвы в почте, мы вторируем воду. Но что будет, если новый Супермен станет террористом? У Аманды Уоллер есть план. Аманда? Моя идея – отряд из отъявленных мерзавцев, которые могут быть полезны. Скажем, драться на войне, одолеть нового Супермена. Не в мою смену. Я не позволю выпустить монстров на улицы от нашего имени. Генерал, мы будем управлять ими тайно, не посвящая ни в какие детали. Если попадутся, бросим на амбразуру. Отныне в войнах будут участвовать металюди наши или врага. Не мы одни их по всем углам ищем. А как быть с тем, что они неуправляемы? Джун, держись. Доктор Мун. Знакомьтесь, чародейка. Все, что нам известно о ней, у вас в отчетах. Она ходит по этой земле уже много веков и на много веков переживет всех нас. Мы что, собрались здесь, чтобы фокусы смотреть? Фокусы или нет, эта девушка способна вас удивить. Принеси мне ее. Как насчет секретной папки из военного ведомства в Тегеране? Мы гонялись за этим годами. Прошу, не трогай меня. Не надо меня трогать. Спасибо. Верни нам доктора Мун. Умоляю, я не выдержу это снова, я не... Флаг, выведи ее. Я за то, чтобы разрешить Аманде Уоллер создать отряд X в рамках программы Аргус. Хорошо. Спасибо, господин председатель.